новостям Губкинского. В администрации города прошли публичные слушания по внесению изменений в проект планировки 18-го микрорайона. Документом предусмотрено размещение на территории 4-4-этажных домов многоквартирной застройки. Проект разработан в соответствии с нормами градостроительного законодательства. Планируется постройка домов где-то ориентировочно 13 тысяч квадратных метров жилья. Но это и послужило поводом внесения изменений в существующий проект планировки, потому что там у нас были предусмотрены застройка под таунхаусы. Сейчас мы сделали внесение изменений в проект планировки, потом будет разработана документация конкретно по объекту, по каждому жилому дому, и тогда уже приступят к строительству. В ходе публичных слушаний представители различных городских структур озвучили свои предложения. Они будут направлены проектировщикам.